Привет, друзья! Смокер разгорается, в руках у меня ребрышки, а это значит, что сегодня мне будет очень вкусно. Готовим ребрышки в азиатской глазури. Сегодня отдам предпочтение центральной части ребрышек, не сильно мясистые, не сильно жирные, такие, знаете, чтобы было что погрызть, пожевать и не очень жирно. Для таких ребрышек отлично подходит длительное приготовление в гриле или в смокере на низких температурах с небольшим количеством дымка, а если в конце все это подчеркнуть вкусной глазурью, то получается просто пальчики оближешь. Первое, что нам нужно сделать, это подготовить ароматную сухую обсыпку для наших ребер на первый этап запекания. У меня здесь есть немного гвоздики, перетру ее в ступке. Нам нужно ее слегка раздолбить. Вот так. Теперь в отдельной миске соединяем соль, сушеный чеснок, перемолотую гвоздику, немного молотой корицы, красный острый перец и черный молотый. И все равномерно их хорошо перемешать. Что же касается подготовки самих ребрышек, то внутреннюю мембрану в данном случае убирать я не буду. Она не помешает не пройти ни дыму, ни специям, как многие говорят, ничего. Но единственное, что ее от температуры может скрутить, что нарушит геометрию наших ребрышек. Поэтому я слегка надсеку ее ножом. Просто делаем небольшие надрезы. А теперь равномерно со всех сторон посыпаем нашей ароматной смесью ребрышки. Многие боятся использовать корицу и гвоздику, считая, что это исключительно десертные специи. Но попробуйте их использовать с мясом, и вы удивитесь, какие необычные вкусы для вас откроются. А для того, чтобы вам легче было придерживаться рецепта, все пропорции, как всегда, в описании под этим видео. Мы же оставим ребрышки слегка подмариноваться, дождемся, когда смокер полностью прогреется до 110-120 градусов, и отправим их коптиться и запекаться. Смокер у нас прогрелся, из него идет приятный дымный аромат. Почистим решетку и будем закладывать наши ребрышки. Кстати, после прошлого раза он у меня достаточно чистенький. А я молодец. Выкладываю ребра. Дальше гриль или смокер все сделает за вас. Температуру держим, как я и говорил, в районе 110-120 градусов и выдерживаем 2-2,5 часа. Периодически буду увлажнять, потом покажу чем. Ну что, друзья, ребрышки на 110 градусах чувствуют себя прекрасно. Посмотрите, какие красивые. Шипят, скворчат. Для того, чтобы их увлажнить, сегодня буду использовать апельсиновый сок. Готовим ребрышки в азиатском стиле, и цитрусовая нотка здесь как-никак кстати. Обильно обрызгиваем их со всех сторон. Мы же с вами можем начать подготавливать глазурь. Глазурь у нас будет ароматная, наполненная большим количеством вкусов. Все нужно заранее подготовить. Подрежу небольшое количество зеленого лука. Немного красного острого перца. Немного свежего имбиря. Конечно же, чеснок. А чтобы подчеркнуть свежий цитрусовый аромат наших ребрышек, будем использовать цедру от апельсина. Самую ароматную верхнюю часть. И все это дело, для того, чтобы оно лучше раскрылось, нам нужно прогреть на небольшом количестве растительного масла. Всеми любимая старая кастрюлька.
Отправляем туда все наши заготовки. Ароматы фантастические начали разлетаться по воздуху, и добавляем остальные ингредиенты. Как всегда, в азиатской кухне это достаточно большой набор, но не пожалейте, найдите все, что нужно, и вы насладитесь вкуснейшими ребрышками в азиатском стиле. Конечно же, соевый соус, куда без него. Кетчуп. Немного уксуса. Можно использовать рисовый или яблочный. Я чаще использую яблочный. Одну ложку меда. Коричневый сахар. И не менее важный ингредиент в данном случае — это соус хойсин. Отлично подходит к утке по-пекински, в принципе, классический соус, которым оно подается. Готовится на основе соевых бобов, дает неповторимый азиатский аромат. На финальный ингредиент — сок одного апельсина. Цедру мы от него уже забрали, поэтому заберем и сок. И на слабом огне провариваем 5 минут. После этого пробьем блендером до однородности. Смотрите, какой прекрасный. Теперь погружным блендером пробиваем. Просто красота. После того, как такой соус остывает, он становится еще более густой и вязкий. Опять же, это очень вкусный соус в стиле барбекю, в азиатском стиле. Его можно делать побольше и в заготовку. Тогда, если хотите, чтобы он хранился подольше после того, как пробландерили, еще раз доведите его до кипения и только после этого горячим разливайте по банкам. Можете хранить его в холодильнике до 20 дней. Можно разливать его по вакуумным пакетам и хранить в морозилке, тогда полгода вообще спокойно. Потом достали, подогрели, разморозили. В общем, используйте по назначению. Если же используете его день в день, как я сегодня, то ничего. Его уже делать не нужно. Мы же отправляемся к нашим ребрышкам, и их пора завернуть в фольгу. Открываем. Цвет у них уже максимально запеченно-копченый. Больше нам не нужно. Дальше будем использовать смокер именно для того, чтобы растомить их при низких температурах. Именно для этого нам нужна фольга, чтобы не терять влагу, а томить их в оставшемся собственном соку. Выкладываем ребрышки на фольгу, слегка смачиваем их соусом, чтобы начать задавать первоначальный аромат. И аккуратно заворачиваем. И идем отправлять это все обратно в смокер. Оставим их в такой паровой бане еще на 1 час. Ребрышки нас заждались. Они сейчас растомились, но не до состояния, чтобы совсем разваливаться и спадать с кости. То есть давайте оставим им немножечко такую структуру, чтобы тем, кто любит пожевать, было что пожевать. А тем, кому нравится, что мясо мягкое, оно уже достаточно мягкое, чтобы не вгрызаться в него и потом не выковыривать из зубов. Поэтому открываем. Забираем. Сейчас за столом в комфорте их аккуратненько разворачиваем и отправляем обратно в смокер, смазывая соусом со всех сторон. Пахнет, конечно, прекрасно. Решил соусом сразу здесь смазать, там темно и неудобно. Обильно смазываем внутреннюю часть. Кстати, кто переживает за мембрану, вот смотрите, при долгом томлении она просто сама расходится. Если бы мы ее не надрезали, она бы скрутила ребра. Они бы не были такой ровной лентой. А теперь обильно сверху. Опа. И закладываем. Буквально 15-20 минут, глазурь подсхватится, и подаем это к столу с пылу в жар. Забираем ребра.
Ну что, друзья, не скажу, что супер простой, потому что набор продуктов большой, но очень вкусный и яркий рецепт, который, я уверен, вам обязательно понравится, если вы его приготовите, мы сегодня с вами сделали. Если видео вам понравилось, то не забывайте подписываться на канал, ставить этому видео лайк и делиться этим рецептом с вашими друзьями в ваших социальных сетях. Свои фотографии и отзывы присылайте к нам в группу ВКонтакте или в Телеграм. Всегда рад вашим отзывам и фотографиям. Друзья, ну а я напоминаю, если вам нужен смокер, брикеты для углей, рожек, аксессуары для грилей или любые грили, а самое главное, хороший сервис и качественное обслуживание, то все ссылочки я оставлю в описании. Маэстро Барбекю, Грилли Стор, магазин всегда вам рад. От души рекомендую. Даже не знаю, какой аромат здесь доминирует. Здесь одновременно, вот я сейчас просто стою прямо над ними, они свежие, они пышут. И одновременно и копчение, и цитрус, и как будто бы легкая остринка даже от чили чувствуется. Хотя навряд ли она в аромате должна чувствоваться. Может быть, это от имбиря или от чеснока так больше в нос дают. Но, в общем, ароматы от этих ребрышек стоят максимально яркие. Если вы экспериментатор в душе, немножко художник, ну, понимаете, да, такой творческий человек, можете себе позволить не просто кусок мяса, а целый пейзаж, то я считаю, что этот ужин обязательно для вас. Но отложим всю красоту в сторону, и надо попробовать. Мы видим легкое кольцо копчения. Это вот тоненький красный, достаточно ярко выраженный цвет. Ребрышки не такие жирные, как когда я беру типа таких останкинских прямоугольных. Вы часто видели их в моих рецептах. Там побольше жира, эти более постные. Вот. И, соответственно, они не такие жирные. Поэтому считайте, диетический продукт мы сегодня с вами приготовили. Отходит ли мясо от кости? Однозначно отходит. То есть вот я могу оторвать это рукой. Но оно не такое вареное, как, знаете, если бы вот прям долго в фольге там мят, по 3 часа, по 4. Это мясо можно и пожевать для тех, кто любит. А я пробую.